Поддержка для рубля. Зачем ЦБ возобновляет продажу валюты? ЦБ с пятницы 13 января возобновит продажу валюты N. Золотой глобус подкрутили и подкрасили. Состоялась 80-я церемония вручения премии. Дешам впервые прокомментировал слова Легри о Зидане. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал конфликт между бывшим главой Французской Федерации Футбола, FFF, Ноэлем Легре и легендарным футболистом Зинедином Зиданом. Найяра Энерджи отпустила трейдера. Трафигура продала долю в проекте с Роснефтью. Что означает национализация ФЕСКО для транспортной отрасли? Актив может быть в дальнейшем продан Росимуществом новому собственнику. Названа символическая сборная мира 2022 года по версии IFFHS. Нападающие французского Пари Сен-Жермен, Лионель Месси и Килиан Эмбаппе, а также форвард английского Манчестер Сити Эрлинг Халанд включены в символическую сборную мира 2022 года по версии Международной Федерации Футбольной Истории и Статистики, IFF. Xbox и Bethesda проведут презентацию игр Developer Direct 25 января, Starfield на ней не покажут, индустрия на DTF. На ней разработчики расскажут о Redfall, Minecraft Legends, Forza Motorsport и других тайтлах. Новый закон о занятости вводит специальные меры поддержки для участников СВО. Они могут быть востребованы в мобилизационной экономике. В России подняли цены на базовую Лада Гранта. АвтоВАЗ в начале 2023 года обошелся без традиционного повышения цен на свою продукцию, которая заметно прибавила в цене в прошлом году. Более того, слегка подешевела Лада Нива Legend, стоимость внедорожника снизилась на 8 тысяч рублей. Цены остальных мод. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи!